Екатерина Михайловна, мне 16 лет. Екатерин, а расскажи, как давно ты занимаешься этим видом спорта гребля и кто твой тренер? Мой тренер Лобанова Марина Олеговна, я уже занимаюсь пятый год. Пятый год. Мы знаем, что и сестры твои занимаются, старшая сестра Ольга. Да. А на сегодняшний момент, это здорово, что такая целая династия у вас, да, девчонок, которые занимаются. Ты на каких дистанциях выступаешь и на каких больше у тебя получается? Ну, выступаю на всех, а больше получается, наверное, 500 и 200 метров. Предпочтение в одиночке, либо все-таки в двойке, в четверке? Ну, больше в экипажах, конечно. И в двойке, и в четверке. А на сегодняшний момент какой у тебя разряд или звание? Мастер спорта России. Расскажи, какие самые главные для тебя были соревнования, в которых ты принимала участие? Ну и, наверное, самая драгоценная медаль есть ведь, наверное? Самая драгоценная, это, скорее всего, та, за которую дали мастера. Это где было? Это было, да, 19 лет Россия, эстафета с девочками. Ну и самое главное у меня соревнование, важное тоже, Россия 19 лет. Через секунду мы продолжим, а прямо сейчас поставь лайк этому видео и чтобы не пропустить новые выпуски, подпишись на канал в Ютубе, Телеграме и группу ВКонтакте. Все ссылочки будут в описании. Дальнейшие какие у тебя планы в выступлениях? Какие ты ставишь для себя цели? Чего ты хочешь добиться в этом виде спорта? Ну, сейчас я хочу на соревнованиях до 19, которые будут попасть в сборную. Как часто вы бываете на сборах? На сборах мы ездим осень, зима, 3-4 раза. А какой тренировочный процесс у вас, как выстроен, если мы говорим о зиме, о летнем периоде, и как вообще часто эти тренировки у вас занимают ежедневно и еженедельно? Ну, ежедневно. Ну, мы тренируемся ежедневно, кроме воскресенья. 6 дней. Да. Летом у нас там 2 тренировки 3 раза в неделю и 1 тренировка тоже 3 раза в неделю. А зимой, если здесь тренируемся, то 1 раз в неделю тренировка. Ой, в день тренировка. И также в воскресенье выходной. А в зимний период чем вы занимаетесь? Мы ездим на лыжах, гребем на грибных тренажерах, бегаем. В зале занимаемся. Физическая подготовка. А сейчас, Екатерина, где вы учитесь и какие дальнейшие планы вы, как связываете свою судьбу вообще со спортом? Как действующая спортсменка, либо как будущий тренер? Как вы себя видите? Ну, я себя, наверное, вижу в ближайшие годы как действующий спортсмен, а остальное время я сейчас обучаюсь на тренера учителя физкультуры. Где? В Горбронницах, в Подмосковье. Это школа Олимпийского резерва? Да, школа Олимпийского резерва. Очень здорово. Надеюсь, что все-таки пополнение у нас молодого коллектива тренерского будет. Угу. Мы желаем успехов, наблюдаем за вами, ну и будем держать кулачки на ближайших соревнованиях за вас. Спасибо.